Сегодня они в последний раз переступают порог школы в качестве учеников. Уроки и перемены уже в прошлом. Этот день выпускники ждали с нетерпением. Последний звонок для них – праздник радостный и грустный одновременно. Прощание с любимой школой, одноклассниками и учителями дается нелегко. Вообще, это очень двоякие впечатления, потому что, с одной стороны, мы уже стали семьей, мы сплотились, и очень грустно расставаться со своими одноклассниками и учителями. Все-таки они стали очень дорогими людьми для нас. Но, с другой стороны, этот день как свидетельство того, что мы прошли через большие трудности, и этот день как дорога в нашу будущую успешную жизнь. Поздравил выпускников и руководитель исполкома района Айрат Хайрулин. Он пожелал им успешно сдать ЕГЭ, выбрать правильную профессию и стать полезными для общества. А также отметил, что их школа входит в число лучших учебных заведений не только Татарстана, но и России. Впереди ждут вас серьезные испытания. ЕГЭ, которое вы должны с доблестью и с успехом сдать. Я считаю, что у вас есть все возможности сдать на высшем уровне те предметы, по которым будет проходить тестирование. У ребят разные планы на будущее. Кто-то хочет стать инженером, кто-то программистом, а кто-то выбрал гуманитарное направление. Лейсан Габтракипова видит себя в будущем педагогом. Любовь к этой профессии привила ее первая учительница. На самом деле, наверное, такие переполняют эмоции, просто волнуемся все. И экзамены в будущем, поэтому даже не знаю, переполнение эмоций невозможно даже описать. 11 лет назад я пришла в школу и долго ждала этот день, потому что, ну, как-то внутренне такое, знаете, душевно, не знаю, радость, то, что вот я заканчиваю эту школу. Ну, мне грустно, конечно, расставаться со школой, но нужно идти дальше по жизни. Последний звонок – это как отправление в новую жизнь. В этом году в гимназии номер 2 выпускаются 79 ребят из 3 параллельных классов. 8 из них получат аттестат с отличием. Ну, в целом, это праздник окончания школы, а для меня лично это 20-й юбилейный выпуск нашей школы. Поэтому, в принципе, весь сценарий построен так, что мы говорим о том, что это юбилейный выпуск, что он для нас значим, это определенная веха в истории нашего лицея. Выпускников еще ждут единые государственные экзамены, но об этом они, кажется, сегодня не вспоминают. Для них этот день и без этого очень волнительный. Алсу Гатаулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.